подарочек без подарков, но говорить о политике не рекомендуется. Лучше говорить о искусстве, говорить о хорошем и веселом и рассказывать анекдоты. В независимый во вторник большая подборка материалов о науке. Сумму мнений высказывают участники круглого стола по проблемам атомной энергетики. Николай Филонов предлагает свой вариант уничтожения химического оружия, а автор из Китая Се Тюн Кин в рубрике «Сенсации» утверждает, что открыт ген гениальности, который может передаваться воздушно-капельным путем. Так что доброго вам здоровья, до свидания.